Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Евсеев. Мы находимся в кайтовом магазине ProShow. Я хотел бы рассказать вам о новых трапециях NPX. Компания NPX известна кайтовому рынку как производитель гидрокостюмов и прочих аксессуаров. И вот в этом сезоне, в 2010-2011, у компании появилась новая линейка поясных и сидячих трапеций. Я хотел бы рассказать о каждой модели немного поподробнее. Линейка трапеции NPX представлена 5 трапециями. Это сидячая трапеция, женская и 3 мужских трапеции. Начнем с трапеции верхнего ценового диапазона NPX Deluxe Waist. Эта трапеция включает в себя все современные инновации последних лет. Среди них можно отметить быстроцеп, который, кстати, сделан полностью из металла. Это самый надежный быстроцеп на рынке. Дополнительный ремень снизу, который не дает крюку ползти вверх, когда у вас кайт находится в зените. Крепление для страховочного лиша с таким вот кольцом и быстрым отцепом. Отцеп есть с двух сторон. Справа, слева, поэтому вам всегда будет удобно в критической ситуации, если что, отпустить кайт. Карман, в котором хранится стропорез. Обратите внимание, стропорез состоит из двух лезвий. Таким стропорезом намного проще резать, чем с одним лезвием. Крюк, естественно, кайтовый. Как видите, сильно загнутый, утонченный сверху. Такой крюк идеально подходит для кайтбординга. Катаетесь ли вы в хиллсайде, в тойсайде, прыгаете ли вы в блайнд, ваша петля всегда останется на месте. И обратите внимание, вот здесь такая прорезь сделана. Дело в том, что прогрессивные райдеры в последнее время начали цеплять страховочный лиш на планку крюка. Внутренняя поверхность трапеции сделана с использованием технологии термоформ. Такая конструкция позволяет плотно сидеть трапеции на теле, не скользить, даже если вы катаетесь без лайкры и одеваете трапецию на голое тело. И мягкие канты не дают трапеции натирать вам бока. Таким образом, трапеция и жесткая, и мягкая, то есть комфортная для... Следующие две трапеции очень похожи между собой. Это модель X-Over и Waist. В принципе, можно сказать, что это более простые, более бюджетные варианты верхней трапеции, которые отличаются между собой тем, что одна трапеция жестче, другая мягче. И для людей, у которых есть проблема со спиной, я бы рекомендовал брать вот эту модель, модель Waist, потому что она более точно распределяет энергию по спине за счет своей увеличенной ширины в талии. Эту трапецию я бы рекомендовал брать агрессивным райдерам, которые хотят иметь максимальную подвижность. Уменьшенный размер в ширине трапеции дает максимальную свободу при катании. Похоже на верхнюю модель. Единственное отличие, что она не комплектуется стропорезом, но у нее есть для стропореза карман специальный. Ну, соответственно, стропорез можно приобрести отдельно. И в этой трапеции вместо термоформы используется мягкий неопрен. Женская трапеция, в принципе, полностью повторяет трапецию Waist. Та же самая технология изготовления, но с учетом женской анатомии. Трапеция более узкая, ну, на более изящную талию. Сидячая трапеция NPX предназначена для людей, ориентированных на гонки, и наибольшим образом подходит для новичков. Дело в том, что в сидячей трапеции имеются лямки, которые не позволяют крюку ползать вверх, которые держат крюк в более низком положении. Таким образом, вы можете брать купол большего размера для комфортного катания. Но преимущество именно этой модели заключается в том, что если вы хотите попробовать трапецию в поясном режиме, то вы можете просто отстегнуть лямки, и трапеция превращается в поясную.
При этом эта модель обладает всеми теми же технологиями, которые используются в поясных трапециях. Трапеции NPX — это полностью сконструированные трапеции для катания на кайте. Они идеальным образом подходят как для сноукайтинга, так и для кайтбординга. Поэтому, если вы катаетесь на кайте, то я вам очень рекомендую приехать в ProShop и примерить одну из этих моделей. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Евсеев.